Нет, просто если он прыгнет под меня, я его спокойной душой бомбану. Ты-то едешь прямо, он совершает на нем. Зацепили? Да. Там чурка. Смотри. Видишь, что творится? Занесло вот эту машину в автобус. Люди-то живы. Слушай, люди живы. Благодар, нахуй. Пиздец, веселуха, бля. И, бля, чешки назад, бля, хера чешки назад. Ты встанешь перед выбором, то, что любишь и надо. Хочешь не судить судьбу по аспективным взглядам. Чтобы не было рядом, вся эта жизнь парадом распределяет не по рядам. Чтобы тогда порядок не вернуть без порва, но вернуть как правило. Так он несся как этот, я думал, у меня стопчик, блин. Ехай на 80. А? Ехай на 80 заходить. Ебать, туда сейчас мы полетим. Ебать! Сука!
Блять, это экшен нахуй. Сохраняй, блять, видос. Вам жить надоело, да? А я в тюрьму не хочу пока. Вы о других подумайте. Спасибо. Пожалуйста. Человека. Ой, ребенка. Чуть не сбил, блядь. Пидорас. Да, на крас, он же на крас. Мы ожидаемся в ТРУИ, платившись арендным автопарком из Мерседесов. Но на проверку выясняется, что огромными деньгами в Советском Союзе ворочали только теневики или знаменитости. Но вполне зарядные люди. Колхозники, производственники, просто... Тихо, блядь, ебаный урод. Че, блядь? Дятел ебаный. А потом кто-то идет, то видимость хорошая, да.
Сашки, давай лучше тогда газовать. Давай! На газ. Какой камера тут? Пойдет. А? Пойдет. 8? 13. Это распорвется. Трещит уже. Кинь, дончик. Спасибо зеленой стрелочкой. Блин. Ничего себе. Что делать? Такая ситуация, что ну не без этого. А иной раз такая глупая авария, ну прямо, ну я не знаю, и машин нету. Черт тебе. Летняя резина, блядь, вот в жопу душ, больно не пристраивайся, блядь. Я сейчас не пристраиваю. Все, блядь, мать, блядь, тут их. А там царапина, блядь, на уровне, нахуй, блядь, 100 рублей, блядь. Они будут, блядь, о, тихо. Не тормози! Ёб твою мать! Все. Говори, включи. Что, мы поедем? Да.
Дарт Вейдер.